Ну, привет. А вы тоже заметили, что меня ни хрена не было здесь полгода? Да, порой такие ситуации случаются и наступает творческий кризис. Но тут история непростая. С начала 2024 года я много чего сделал для сцены, то есть то, чем я занимаюсь в офлайне. Мы провели несколько офигенно поставленных шоу-перформансов с разными тематиками. Я сшил не один костюм. Или один. Себе, наверное, действительно один. А может, и даже без него. Но в Вере я сшил много костюмов и на заказ несколько. Сейчас, что будет, покажу здесь, обязательно прикреплю. А вот в соцсети что-то прям загрустили. Но что-то меня буквально пару недель назад шибануло, и я понял, что мне грустно. Мне грустно, скучно, без монтажа, без процесса публикации, без ваших комментариев и так далее. Несмотря на то, что мы все еще сидим в телеграм-канале Домик Полис, пора прервать уже эту череду тоски и что-нибудь эдакое записать. Поэтому располагайтесь поудобнее. Погнали! К чему сегодня вообще наш персонаж, из чего вдруг я решил, что его можно сделать, ведь я скелетон. Но на самом деле все гораздо проще. Несмотря на то, что Геркулес я смотрел очень давно и почти его не помню, главное, что я оттуда запомнил, что любой может стать кем угодно. И неважно, про какую тему конкретно я говорю. В моем случае это просто немножко больше. Физически больше. Вы могли заметить некоторое количество видеороликов, шорцев, где я пью гейнер в надежде на то, что что-то изменится. Но в январе этого года я начал ходить в зал. Сначала без какого-то конкретного графика, сейчас уже более внимательно к этому отношусь. И первое время я не соблюдал диету. Поэтому результата, как в каких-нибудь рилсах, шорцах о том, что «Oh, look at that skinny guy!» То, что он за месяц стал там машиной просто. Я в процессе, меня все устраивает. Да и, в принципе, самому телу и организму как-то повеселее живется с нагрузками. Да, из многотысячных видов линз я выбрал несколько, сейчас буду примерять их, смотреть, какие мне больше нравятся. Потому что у нашего сегодняшнего персонажа голубые глаза, синие даже. Ну, наверное, эти подойдут. Издалека мне нравится, кстати. Мне нравится издалека. А, наверное, вы тоже заметили, что и прическа у меня слегка изменилась за это время. Вот так мне вообще очень нравится, потому что хвостика даже не особо видно, и все, я хоумлендер. Осталось только избавиться от розовых волос. Так вот, как обычно, берем тон посветлее какой-нибудь и наносим. Мне кажется, я съехал с мысли и не ответил про то, почему все-таки Геркулес. Так вот, естественно, когда-нибудь хочется много изменить свою фигуру, так скажем, прокачать ее, повысить левел. Для этого нужно что делать? Заниматься в зале, правильно? Правильно. И нормально есть. Но пока то, что имеем, поэтому сегодня у нас Геркулес-подросток. Про работу. С начала года мы сделали три больших концерта, шоу. Например, открытие зимнего сезона было у нас с темой кабаре, то есть фильм, то есть мюзикл. С Лайзой Минелли, Джоэл Грэем, прочими, прочими, прочими. Все вот в этом вайбе. За основу было решено взять классику, то есть кабаре Парижа, кабаре Лас-Вегаса, кабаре Берлина и Москвы. Да, Москвы не ослышались, потому что у нас в стране был такой потрясающий период времени, как 90-е. Абсолютно уникальный по всем параметрам. Это был расцвет ночной жизни, и вот, собственно, самое вкусное сейчас вот продемонстрирую. Ну а так вот я, знаете, невзначай упомянул Лас-Вегас, хотя туда просто я думал, я сдохну. Я шил костюм Элвиса Вере. Разглядывая его просто со всех сторон, с каких только можно было, попытавшись найти всякие выкройки, была даже мысль, когда оставалось мало времени, что, может быть, нафиг все это бросить и заказать костюм откуда-нибудь из рук. У кого-то с Авито будет та самая версия для костюмных вечеринок американских. Мы нашли его, но он был не того размера, он был слишком коротким.
Но вот так это выглядело. Скатались мы, значит, еще в Петербург до этого в январе. Вот так вот просто вот так. Трип небольшой, маленький. А затем мы стали готовиться к Драглеску MTV. Нехорошо так говорить, конечно, но играя на чувствах миллениалов, естественно, собрали все самое-самое вкусное из композиций 80-х, 90-х, нулевых и десятых. Да, у меня сегодня пудра от Beauty Bomb, пришел попробовать. Это странно, но... Нет, это просто странно. В плане она хорошая, может быть, я как-то неправильно наношу. Она должна идти не такими кусками. Да боже, что это? Что тут париться? Все просто как никогда. Боже, я белый, такой кошмар. Между всем этим я успел себе набить новые татуировки. Татуировки. Слово просто как будто у меня там плечо целое забито. На самом деле нет, это всего лишь две маленькие татушки на ногах и одна на... Я нанес тон и забыл, что я хотел себе немножечко изменить форму носа, добавив вот сюда перегородку, как бы, которой у меня нет, потому что я не грек. А кожу-то надо очистить, обезжирить, да? Запомните, люди, поспешишь, людей насмешишь. Пробуем. Я делал только на краешке носа, я для формы чего-то. Иди отсюда. А, ну да, конечно, сейчас бы к липким рукам. Давайте, наверное, возьмем еще немножечко пудры. Алло. Все. Это уже выглядит интересно, занимательно. Потому что я вообще забыл, как я делал что-то себе с лицом в прошлом году, когда делал грим снежного короля, лимнохвата, я не помню. Нет, этот гумус нам не подходит, я вообще не знаю, откуда у нас дома. Здесь же все попроще. Это знаменитая, как она называется, это паста, карамеллоу от гримшопа. Вот с ней мы и работали, а не с той вот хренью. Нет, конечно, может быть, можно и с той хренью работать, просто я не умею. Ну ладно, нет, видно все там, конечно, очень сильно видно, ну ладно. Сейчас будем еще делать. Ну вот что-то мы такое, значит, вылепили спустя 100 лет. Понятное дело, в ноде я, к сожалению, это увести не смогу, потому что это вам не силикон. Ну а теперь контуринг. Так вот, да, сыграли мы, значит, на чувствах миллениалов, и все прошло очень даже, как мне кажется, весело. Но тут, наверное, реально нужно немного, потому что он же вообще ребенок. Какой там может быть контуринг? Ну не ребенок, ну отрок. Да, я немножечко приврал, потому что сказал, что было три шоу. На самом деле было два больших шоу. Это я уже всеми мыслями в нашем следующем мероприятии под названием «Сон в летнюю ночь», где основной темой будут сказки, сновидения, мечты, фантазии и все в таком духе. Вот, например, а чё Геркулес не этот, что ли? Это же древнегреческое что? Мифология? Загугли, пожалуйста, теперь, чтобы я не обосрался. Римский аналог древнегреческого героя Геракла. Римский? Да. Римский аналог? Почему вся эстетика тут там греческая? Потому что у римлян и у греков похожая эстетика. Нет, я про то, что у Диснея это почему? Или там все про Рим? Или это там я так... Все похоже достаточно. Астерикс, Обеликс, что там? Наркотик. Блядь. Что уронил? Гло. Они-то хотя бы римляне? Главное, что вы можете понять по прошествии этого полугода, то, что я потупел. И то, что вот-вот хочется уже давно прям-прям вот приступить, это потрогать как-то нос, попробовать по нему поконтурировать. Галло-римское название тех кельтов, которые обитали в Галлии. Племена кельтской группы, которые с начала 5 века до нашей эры, до римского периода, жили на территории римской провинции Галлии, территории нынешней Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Северной Италии. Понял. Ах, да, как же можно оставить без внимания? Ладно, этот Элвис, подумаешь, ну вот костюм, да, красиво, здорово. Йост Кляйн, я сказал. Йост. Он Йост. Йост. Он Йост. Йост Кляйн. Я так и сказал, Йост. 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 Йост Кляйн. Йост. Вер. Чувств.
далее фирменная загогульчика на подбородке. Точнее, это и есть подбородок. Я не знаю почему, но вдруг решил, что можно делать этот подбородок 3 часа. Немного с глазами поработаем. Там вот у него вот есть моментик, вот прям у него века его подвижное выделено, прям вот чуть-чуть совсем. У меня будет комбинация взрослого лица с детским телом. Все, я придумал. Так вот, Йост Кляйн. Ну, вы понимаете, что этот костюм мы увидели типа 29 февраля, когда вышел клип. Но решили делать мы его за день до начала Евровидения. Сколько нам все потребовалось, Вер? 2 недели? Да. За 2 недели мы сделали... Мы болели. Ах, да, точно. Там еще был промежуточек нехороший такой, когда мы какую-то гадость словили. Плюс у меня была аллергия. Я пошел к доктору, мне сказали, что у меня подозрение на бронхиальную астму. А это у нас что? Это подростковые синячки под глазами у нас будут здесь. Обязательно добавим белых тенюшек на подвижное веко. И чем-то темненьким выделим себе... Что это, верхнее веко или что? Пробуем подводкой для бровей сделать себе стрелочку. А вот внутри мы можем подвести карандашом. Был и был, вышел, значит, у Верочки образ Йоста. Йост его увидел, лайкнул, мы счастливы. А еще Верен Грим на Матса Миккельсона увидел сам Кодзима и ретвитнул. Где радость? Я просто пишу список. Что-то мы как-то состарили себя сильно глазами. Давайте-ка исправим это чем? Румянами. Ну и сейчас покажу парик. Вот он. И мне нужно будет сейчас как-то это все дело аккуратно уложить, чтобы оно было примерно похоже. Да, я его накрутил на бигуди. Сейчас. Последний вагон запрыгиваем. Сейчас бы так и ушел. Я без бровей. Я забыл, что я отрастил брови, и теперь рисовать их уже, я не знаю, бессмысленно. Так вот, по совету Веры Полис мы слегка мочим кисточку и опускаем ее в тень. Вау. She's really good. Ну, это, конечно, очень прикольно. Вот теперь точно все. Оделись, значит, сейчас собираюсь парик ставить. Но я понимаю, что сейчас-то парик Варламова. Yes, indeed. Без лишних слов, ребят, все получилось, как мне кажется. Нормально, хорошо, четко, красиво. Я все еще Вермишель. Следите за моим спортивным прогрессом в запрещенной социальной сети под названием Инстаграм. Постараюсь постепенно выбраться как-то из социально-сетевой прокрастинации. Добраться, так скажем, до новых образов. Обязательно поставьте лайк или дизлайк, неважно. Все сейчас хорошо. Можно я поставлю тебе дизлайк? Можно. Просто так. Хорошо, ставь. Чистый спринт. Сколько хочешь. Взгляд не понравился. Ой. Я также напоминаю, что у меня есть Boosty, который просто уже в пыли. Там давно ничего не было новенького, но после этого видео обязательно появится. Он покажет Запикает, ладно? Ну, конечно, мне это придется запикать. Не смешно будет. Ой. Все, самое время для того, чтобы попозировать для... А если я могу растянуть в фотошопе просто насмерть? Всем большое спасибо за просмотр и обязательно с вами увидимся скоро.